тестирую объектив от аппарата. Открутил уже много мелких винтиков, но один винтик не откручивается. У него шлицы сорвались. Винтики здесь с фиксатором резьбы. Можно, конечно, взять бормашинку, пильнуть пропил тонким диском и сделать шлиц для плоской отвертки. Но будет много пыли. Я попробую это сделать другим вариантом, с помощью сварки. Возьму вот такую тоненькую металлическую пластиночку, холодной сваркой приварю к винтику и попробую его немножко свернуть, чтобы открутить. Объектив замотал бумажным скотчем, чтобы не попадало нигде пыли. Подключаю масло и буду варить. Открутился. Винтик выкрутился. Я этому очень рад. Корпус пластиковый, но он практически не пострадал. Немножко закоптилось. А так все в порядке. А вот винтик немножко пострадал. Шляпка немножко сорвалась. Но его можно будет починить этой же холодной сваркой. Ток был 60 ампер, импульс одиночный 40 миллисекунд. Кто ждет видео по этому трехколеснику синему, я и немножко занимаюсь, сделал ручку газа, поставил бобину, такую же, как и здесь была, это рабочая, и нашел огнетушитель для бензобака, он будет вот здесь.